Доделываем последние моменты. Обрезаем по наличке молдинг с запасом, который был, с помощью такого инструмента. Помечаем разметку, сразу делаем карандашиком. Вот. Сверху. Да, интересно то, что чуть-чуть наискосок у нас здесь идет. Это же наличка сама вот такая. Сама наличка, да, неровно. Вот. Нужно это учитывать. Вот, и используем вот такой инструмент. Называется Риноватор. Лишний клей срезаем, но аккуратно. А, хотя здесь наличка закроет, можно неаккуратно. Ну, чтобы дальше не выскочить. Да. И чтобы пальцы не порезать. Да. Это очень важно. Они еще пригодятся. Смотрим, что у нас получилось. Это самый такой волнующий момент. Получилось все четко. Остается только торец. Да, остается торец подшпаклевать и подкрасить ювелирно. Вот такая вот работа.